Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my obeisances. Yes, Hare Krishna Prabhupada, my obeisances, all glories Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Today, Madhuri Lila asked me, let her to translate. Okay. She wanted it so much, so I agreed. Okay. We may begin, Guru Maharaj. Madhuri Lila is here. Are we up to mantra four? Is it today? Mantra four. I don't clearly remember, Guru Maharaj. Now, Madhuri Lila, it's confirm. I hope. Yes, yeah. Hare Krishna Gurudev. Today is mantra four. Okay. Madhuri Lila Maharaj is there? Yes, I'm here. Hare Krishna. Okay. Om Magyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhaye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So we're reading the Sri Ishopanishad and today we're beginning mantra 4. Сегодня мы читаем Шри Ишопанишад, мантру четвертую. Анича декам манасо джавио найна дайва апнувам пурвам аршат таддавато нянатетистат тасминапо матаришва дадати. You can read the translation, Madhuri Lila. Оставаясь в своей обители, личность Бога передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Могущественные полубоги не способны приблизиться к нему. Оставаясь на одном месте, он в то же время властен над теми, кто посылает ветра и дожди. В своем совершенстве он не знает себе равных. So in the first three mantras, the subject matter was about proprietorship, and we heard how the Lord is the proprietor of everything. А в первых трех мантрах шла речь о том, что Господь является верховным властителем, верховным, то, что именно Господь обладает всем. So now this mantra is describing about the qualities of the Supreme Lord. Начиная с этой мантры, описываются уже качества Господа. And we hear how He has an abode, he has a residence, indicating that he's a person. И здесь написано, что у него есть своя обитель, место, где он живет. И это означает, что он является личностью. And it's described how he can, while he's a person, he has these inconceivable powers that he can move faster than the mind. И, будучи личностью, он также обладает непостижимыми способностями. Например, он может передвигаться быстрее мысли.
Even the powerful demigods are not able to approach him. И даже могущественные полубоги не способны приблизиться к нему. And although he's staying in one place, as described, he's fixed in his abode, he's in one place, but he's so powerful, he controls all of these different personalities who are controlling, who appear to be controllers, they're demigods, but they're not supreme controllers, so he is the supreme controller. И нам может казаться, что в нашем мире всем повелевают полубоги, но при этом Господь, оставаясь в своей обители, оставаясь в одном и том же месте, на самом деле все контролирует и также контролирует полубогов, которые управляют какими-то процессами в этом мире. So you can begin read the first paragraph of the purport. Верховный Господь, который является абсолютной личностью Бога, недоступен пониманию даже величайших философов, пытающихся познать Его усилиями своей мысли. По Его милости Его могут познать только Его преданные. В Брахма-самхите говорится, что философ, не являющийся преданным Господа, может путешествовать со скоростью мысли или ветра в течение сотен лет, но, несмотря на это, абсолютная истина будет по-прежнему бесконечно далека от него. Как говорится в Упанишадах, Верховный Господь, Абсолютная Личность Бога, пребывает в своей обители в трансцендентном мире, называемой Кришналокой, где Он наслаждается своими играми. Тем не менее, благодаря своим непостижимым способностям, Он может одновременно находиться в любой части своей созидательной энергии. В Вишнапуране Его энергии сравниваются с теплом и светом, исходящим от огня. Огонь находится в определенном месте, однако Его тепло и свет распространяются повсюду. Также и Абсолютная Личность Бога распространяет свои разные энергии повсюду, оставаясь при этом в своей трансцендентной обители. So Srila Prabhupada begins his purport by talking about how the Brahma Samhita describes how it's very difficult for mental speculators and jnanis to ever know the Lord. Здесь комментарий Шрила Прабхупады начинает с того, что упоминает, что в Брахма-самхите говорится, что гьяни, философы, которые занимаются умственными спекуляциями, не могут постичь Господа. Even though they may travel very fast, like the speed of the mind, but still they cannot approach the Supreme Lord. Даже путешествуя со скоростью мысли, они не могут приблизиться к Верховному Господу. And then Srila Prabhupada talks about the actual abode of the Lord, which he names as Goloka. И затем Шрила Прабхупада упоминает обитель Господа, называемую Голокой. And the Lord is he stays there, and he performs his pastimes there with his different devotees. Господь остается там, в этой обители, и там Он проводит игры со своими преданными. And Srila Prabhupada talks about how the Lord has these different potencies, which are compared. He gives the example about just like a fire has different energies in the form of heat and light, so the Lord also has his different potencies. И здесь описываются энергии Господа, сравниваемые с светом и теплом, исходящими от огня. Как у огня есть энергии света и тепла, так и у Господа есть энергии, которые распространяются повсюду. And as heat and light can travel for some distance, when the fire will be in one place, but the heat and light can be felt for some distance. So Srila Prabhupada says in the same way, the Lord is in one place, but his potencies, the effect of his potencies can be seen far away. Как огонь, находясь в одном месте, распространяет тепло и свет на далекую дистанцию, так и Господь тоже, находясь в одном месте, простирает свои энергии, которые мы можем почувствовать вдалеке от Него. Read the next paragraph.
Энергиям Господа нет числа, но их можно подразделить на три основные категории — внутреннюю, пограничную и внешнюю. И в каждой из этих категорий существуют миллионы подвидов. Господствующие полубоги уполномочены управлять природными стихиями — воздухом, светом, дождем и так далее — относятся к пограничной энергии абсолютной личности. Живые существа, включая людей, также порождены пограничной энергией Господа. Материальный мир является творением внешней энергии Господа, а духовное небо, то есть Царство Бога, проявлением Его внутренней энергии. All right. So, Prabhupada tells us how there are three principal energies, which are the internal potency, the marginal potency, and the external potency. Прабхупада здесь объясняет, что энергии Господа делятся на три основные категории — внутреннюю, пограничную и внешнюю. And then he identifies how the material world is the external energy of the Lord. И здесь он говорит, что материальный мир является творением внешней энергии Господа. And the spiritual world, that is the internal potency. А духовный мир — это внутренняя энергия Господа. But the living entities are the marginal potency. Но живые существа — это пограничная энергия. So the living entities are between the two, these two, between the material and spiritual world. И живые существа находятся между духовным и материальным миром. And they're also the demigods are also the marginal potency of the Lord. И полубоги также относятся к пограничной энергии Господа. The demigods are not pure devotees, so they're also in the marginal potency. Полубоги не являются чистыми преданными, поэтому они тоже относятся к пограничной энергии. Read another paragraph. Таким образом, различные энергии Господа присутствуют повсюду. Хотя между Господом и Его энергиями нет разницы, не следует делать ошибочный вывод, что раз Верховный Господь находится повсюду, Он Сам существует только в безличном Брахмане. Люди привыкли в своих выводах полагаться на собственные умственные способности, но Верховный Господь находится за пределами ограниченных способностей нашего разума. Поэтому Упанишады предупреждают нас, что к Господу невозможно приблизиться, полагаясь на свои собственные ограниченные возможности. So, Prabhupada is describing how the Lord's energies are everywhere. Прабхупада говорит, что различные энергии Господа присутствуют повсюду. Just as the Lord is present everywhere, so everywhere is His energies also. Как Господь присутствует повсюду, так и Его энергии тоже распространяются всюду. Actually, the Lord is residing in one place in His abode, but He's present everywhere by His energy. То есть Господь сам лично присутствует в Своей обители, но через Свои энергии Он присутствует повсюду. So we should understand there's a difference between there is some difference between the Lord and His energy. Нужно понять, что между Господом и Его энергиями какая-то разница все же есть. Some people think that there's no God. They think that because everywhere is the energy of God, and so God is no more a person. He loses it. He can't exist. That if everything comes from one person, then he won't be remaining. То есть некоторые люди полагают, что раз энергии Господа присутствуют повсюду, значит, он как личность перестает существовать. То есть он как бы растворяется в своей энергии, и сам как личность его уже больше нет. We remember we read in the beginning of this Ishopanishad how the Lord is Purnam. He's perfect and complete. В начале Шупанишад мы читали, что Господь является пурным, совершенным и полным.
And even though many units come from him, he still remains complete. И сколько бы из него ни исходило частей, он остается полным и завершенным. So that is the inconceivable potency of the Supreme Lord. И это непостижимая энергия Верховного Господа. But common men, they try to depend on their own intelligence to understand everything. So they can never understand the Lord by their own limited mind and senses. Но обычные люди пытаются постичь Господа с помощью своего собственного разума, но так как их ум и чувства ограничены, то им никогда не удастся постичь Его. So we're warned here in this text that we cannot approach Him just by our own efforts. И здесь в этом стихе нас предупреждают, что своими собственными усилиями нам никогда не постичь Господа. We will hear and course how we can actually know the Lord. Дальше нам уже расскажут, как на самом деле нужно постигать Господа. Go ahead, read more. В Бхагавадгите 10.2 Господь говорит, что его не могут постичь даже великие риши и суры. Что же тогда говорить об асурах, которые не способны постичь даже намерения Господа? В этой четвертой мантре недвусмысленно говорится, что абсолютная истина в конечном счете является абсолютной личностью. Иначе не было бы необходимости приводить такое множество разных доводов в подтверждение того, что он обладает качествами личности. All right, so Bhagavad Gita, Prabhupada's quoting Bhagavad Gita, how even the great sages are not able to know him. Здесь Прабхупада приводит пример из Бхагавадгиты, цитирует стих, в котором говорится, что даже великие мудрецы не могут постичь Господа. So if even great sages cannot understand the Supreme Lord, then the common people like us, it's not possible for us to understand him. Если даже великие мудрецы не могут постичь Господа, что говорить о нас, обычных людях? But from this mantra, we can understand that the absolute truth must be a person, a divine person. Но из этой мантры мы узнаем, что Верховный Господь — это личность, божественная личность. Just like we heard, how he has a place, he has an abode, he has a residence, and so that indicates he's a person. То есть здесь нам говорят, что у него есть обитель, то место, где он живет, и это уже доказывает, что он является личностью. But he's not an ordinary person, he's the supreme person. Но он не обычная личность, он верховная личность. Go ahead. Отдельные частицы Господа обладают всеми его свойствами. Однако сфера их деятельности ограничена, а следовательно, сами они тоже ограничены. Части никогда не равны целому, поэтому они никогда не смогут до конца постичь всех возможностей Господа. Под влиянием материальной природы глупые невежественные живые существа, являющиеся всего-навсего неотъемлемыми частицами Господа, пытаются представить себе трансцендентное положение Господа. Шри Шапанишат предупреждает их от тщетности попыток познать Господа путем спекулятивных рассуждений. Нужно стараться постичь трансцендентное из высшего источника, вед, которые уже содержат все знания о трансцендентном. Now, Srila Prabhupada is explaining how there are parts and parcels of the Lord's potency. Здесь Прабхупада объясняет, что у энергии Господа есть частицы. Now these parts and parcels have all the symptoms of the Lord, the qualities, but not in the same quantity as the Lord. In other words, they're a part, a tiny part of that Lord. Здесь Прабхупада говорит, что у частиц Господа, частицы Господа обладают качествами Господа, но не в том же количестве, что и сам Господь. То есть они являются частицами Господа.
At the same time, they're part of the they're connected as a, as the parcel of Krishna's potency. То есть они являются частичкой энергии Господа. Right. So just like the Lord has activities and qualities, so also the parts also have qualities and activities. Как Господь обладает качествами и занимается какой-то деятельностью, так и его частички тоже обладают качествами и занимаются какой-то деятельностью. But the part is never equal to the whole. Но часть никогда не равна целому. So while they have the qualities, they don't have them in the same quantity. То есть обладая качествами, частицы Господа не обладают ими в том же количестве, что и Он. So this makes it, it means that we cannot appreciate, cannot understand the Lord's full potency. И таким образом мы не можем постичь всего объема энергии Господа. His potency is so great, so unlimited, and we are very limited. We cannot understand the unlimited. Его энергии настолько бесконечны и безграничны, что мы не можем их постичь, поскольку мы ограничены. Just like the frog cannot understand the size of the ocean, he may know about a well, but he doesn't know about the ocean. It's beyond his understanding. Точно так же лягушка, живущая в колодце, не способна понять размеры океана. So the because of the material nature, because we're the living entities, we're very foolish and ignorant, and we fall under the material energy. Будучи живыми существами, мы подпадаем под влияние материальной энергии, и поэтому мы невежественны. And we try to understand God with our limited mind and senses. И вот этим ограниченным умом и чувствами мы пытаемся понять Бога. So we're told here in the Ishopanishad that it is stupid for us to even try to understand the Lord through the power of our own mind and senses. И здесь Вишупанишад нам говорят, что попытки постичь Господа с помощью своего ограниченного разума — это глупо. We should try to learn about Krishna from Krishna himself. We want to understand the Lord. So the best person to tell us about the Lord is the Lord himself. И чтобы понять Господа, нужно послушать то, что сам Господь говорит о себе, потому что никто лучше самой личности не сможет рассказать о себе. And that's what the Vedas are. The Vedas are giving us that information. It's coming from the Lord, and he's describing himself. И об этом как раз все Веды. Они исходят от Господа, и в Ведах сам Господь описывает себя. Go ahead, read more. Каждая часть полного целого наделена определенной энергией, позволяющей ей действовать. А когда она забывает о том, что ей надлежит делать, это называется майей, иллюзией. Поэтому Шри Шопанишад с самого начала предупреждает нас, что мы должны стараться играть ту роль, которая отведена нам Господом. Однако это не означает, что индивидуальная душа не может проявлять собственные инициативы. Являясь неотъемлемой частицей Господа, она должна обладать и свободной волей, присущей Господу. Разумное приложение своей инициативы, то есть способность действовать с пониманием того, что все является энергией Господа, может помочь человеку возродить в себе изначальное сознание, которое было утрачено из-за соприкосновения с майей, внешней энергией. Right, so every living entity has some kind of energy by the grace of God, is endowed with some kind of energy.
По милости Господа, каждое живое существо наделено энергией. But it happens that we forget our relationship with Krishna, with the Lord, and we come into illusion. We come and we're put into Maya. Но так получается, что мы забываем свои отношения с Кришной и поэтому впадаем в иллюзию Майю. So the Isha Upanishad is telling us we should remember what is our actual function, our actual duty. И Исха Панишад напоминает, что мы должны помнить, в чем заключается наш истинный долг. And so Prabhupada explains that we have to be guided, we have to take instruction from the Lord and be guided by Him. Прабхупада говорит в комментарии, что наставление нам следует принимать от Господа и идти по пути, указанному им. He has to be intelligent and understand his connection with the Supreme. Нужно проявить разум и понять свои отношения с Господом. And then gradually he can get back his original consciousness and remember how he should associate with the Lord. И таким образом можно вернуть свое изначальное сознание и вспомнить о своих отношениях с Господом. Otherwise, с Господом. Until he does that, he will remain in the material, under the material energy, influenced by Maya or illusion. Пока мы это не сделаем, мы будем находиться под влиянием Майи, иллюзии. So now read the last paragraph. Всю энергию мы получаем от Господа, поэтому ее нужно использовать только для исполнения воли Господа и ни на что другое. Господа может познать только тот, кто покорился Ему. Совершенное знание означает познание Господа во всех Его аспектах, познание Его энергией и того, как они действуют, повинуясь Его воле. Это подробно описано Господом в Бхагавадгите, являющейся квинтэссенцией всех Упанишад. So Srila Prabhupada says that all power, everything, whatever power we have, it is coming from the Supreme Lord. Шрила Прабхупада здесь объясняет, что вся энергия, которую мы получаем, исходит от Верховного Господа. So because the power comes from the Lord, it's our duty to use that power in the service of the Lord. И поскольку энергия исходит от Господа, то наш долг — использовать эту энергию в служении Господу. And then he says that if we are submissive, if we have the proper submissive service attitude, then we can be qualified to know the Lord. И далее он пишет, что если мы покоряемся, если мы принимаем правильное настроение служения Господу, то тогда, только тогда мы можем познать Господа. So this submissive attitude means we have to be surrendered, we have to accept our subordinate position to the Lord. И вот эта покорность означает понять, что мы находимся в подчиненном положении по отношению к Господу. In order to properly surrender, we have to know about the Lord. И чтобы покориться и предаться, нам нужно обладать знанием о Господе. And not only should we know about the Lord, but we should know about His different potencies also. И нам нужно узнать не только о Господе, но и о Его энергиях. Just the Lord not only performs pastimes with His devotees, but He also responsible for things like creation. Нужно понять, что Господь не только занят играми со своими преданными, но также именно из Него исходит творение. So His potency to create universes is important for us to understand
His greatness and His inconceivable power. And by understanding His creative potency, it helps us to understand this. Нам нужно понять, что Он обладает бесчисленными энергиями и могуществом, которое позволяет Ему творить вселенные. И именно поняв это, мы сможем дальше уже узнавать Его. All right, so that's mantra four. We'll ask if there's any questions. Есть ли вопросы по мантре четвертой? Матаджи, у нее вопрос. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Хотела вот уточнить вот этот момент. Секундочку. Тут получается написано, что мы теряем изначальное сознание из-за соприкосновения с майей, внешней энергии. И вот получается, что если эта внешняя энергия тоже принадлежит Господу, почему тогда мы теряем наше изначальное сознание, соприкасаясь с энергией же Господа? Почему так происходит? Это же энергия Господа, почему мы теряем свое сознание, изначальное сознание Кришны, когда соприкасаемся с внешней энергией? Спасибо. She says, Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. The question is, it is mentioned that we lose our original Krishna consciousness while under the influence of inferior energy. Why is it so while this exterior energy is also Lord's energy? Well, it is so because we are very tiny parts of the Lord. So we cannot compete with the power of the Lord. He's so powerful and we're so small that we're easily put under the influence of that energy. Это происходит потому, что мы настолько маленькие, крошечные, что мы не в состоянии бороться с энергиями Господа, потому что энергия Господа очень могущественная, и поэтому нам легко подпасть под их влияние. Yeah, as a marginal potency, we have that problem that it's very easy for us to forget Krishna. At the same time, it's very easy for us to remember Krishna if we want. И вот в этом особенность нас, как пограничной энергии, что нам легко и забыть Кришну, но и в то же время и вспомнить Кришну, когда мы захотим этого. We're compared to sparks. The Lord is like the fire, and we're like the spark from the fire. So when the spark comes out of the fire, then it's easy to be extinguished. Нас сравнивают с искрами. Господь — это огонь, а мы — маленькие искорки. И когда искра вылетает из огня, она затухает. But if the spark falls in dry grass, of course, then it can ignite a fire. Но если искра падает в сухую траву, то от нее может зажечься другой костер. So it depends on how we associate. If we associate with the devotees, then we can stay out of illusion. Это зависит от нашего общения. Если мы общаемся с преданными, то мы можем находиться вне иллюзии. But if we associate with materialistic people, non-devotees, then it's very easy for us to forget Krishna and fall into Maya. Но если мы общаемся с материалистами, непреданными, то тогда для нас очень легко забыть Кришну и впасть в Майю. Okay.
А Хари Кришна, Гуру Махарадж. Question. My first question. Мой первый вопрос. Каким образом сердце очищается от зависти в процессе воспевания? Хари Кришна, Диа Гуру Махарадж, Диа Дебочис, please accept my humble obeisances of Гуру Шрила Прабхупада. How is our heart purified from envy in the process of chanting? Well, by the process of chanting, we're able to connect with Krishna and to establish Krishna in our heart, in a comfortable, clean heart. В процессе воспевания мы устанавливаем связь с Кришной, и когда наше сердце очищается, мы можем поместить туда Кришну. So by regularly chanting the holy name, then we keep the heart clean and it gets rid of all the dirty things. One of the dirty things is envy. При регулярном воспевании мы поддерживаем свое сердце чистым и таким образом можем избавиться от зависти в том числе. Envy comes about because we see someone has something which we would like. Зависть приходит тогда, когда мы видим что-то, что мы, чем мы хотели бы обладать. Someone may have a lot of wealth, we may envy him. Someone may be very successful, we may envy him. Кто-то может быть богатым, кто-то может быть успешным, и мы завидуем им. But if one has proper transcendental knowledge, he can understand that all of these things are temporary. Но обладая трансцендентным знанием, можно понять, что все эти вещи временны. We may envy someone for having something, but they won't have it forever. They have whatever possessions they have, they're material, they're temporary. Мы можем завидовать кому-то, кто чем-то обладает, но мы должны понять, что он не будет обладать этим вечно, потому что эти вещи материальны и временны. So the one who gives up everything, who has nothing, he's actually the wealthiest person. И тот, кто отрекся и оставил все, на самом деле он является богатейшим человеком. We can also envy someone who is very renounced, who has given up everything, and we may envy them. Мы можем завидовать. Could you repeat, please, Guru Maharaj? We may envy someone who has given up everything, who's renounced everything material. Мы можем завидовать даже тем, кто все оставил и отрекся от всего материального. So that kind of envy is also based on ignorance. И такая зависть тоже исходит из невежества. Because they've given up everything, we shouldn't envy them. Потому but, что мы не должны. We should appreciate their good fortune. Мы не должны завидовать тем, кто от всего отрекся. Мы должны понимать, что это большая удача. So it's important to see things through the eyes of scriptures. Важно смотреть на все глазами Писаний. We have to learn to adjust our thinking and our state of mind
to guided by scriptures and not just by our own sentiments. Нужно научиться принять такой образ мышления, который будет основан именно на знаниях из Писаний, а не на наших несовершенных чувствах. There's a story about how one cobbler was working in the streets repairing people's shoes, and the town in which he was living, there was a king, and the king had a palace. So the cobbler was repairing shoes all day, and he was envious of the king. He thought that king is so lucky, he's living in the palace, such a comfortable life. Есть история о том, как жил-был один обувщик, который весь день сидел и ремонтировал обувь, и он завидовал царю этой местности, потому что тот был богат и жил во дворце. But the king was in the palace, and the king was miserable, and he was thinking, if only I was a, if I would be better to just be a poor cobbler, I could live happily. Rather than being a king, I'm just miserable as a king. А царь в свою очередь сидел в своем дворце и думал: «О Боже, если бы я только был просто простым обувщиком, а не царем, потому что эта царская жизнь мне приносит страдания». Because as a king, so many people come to me when they want wealth. They want me to give them money. Then I have to fight my enemies, I have to go to battle, and when people come to attack our kingdom, I have to go and fight with them. Потому что, будучи царем, ко мне постоянно приходят, просят у меня денег, просят какого-то богатства, на наше царство нападают враги, мне приходится участвовать в войнах. And when I come home from the war, then my family are there, and my wives are all complaining, and my children are all complaining and crying and demanding things. А когда я возвращаюсь домой с поля боя, ко мне обращаются мои жены, постоянно на что-то жалуются. Мои дети тоже постоянно жалуются или чего-то требуют. So the king was saying, I'm so unlucky. If only I was a poor man, I could just simply repair shoes, I would be happy. И царь думал, вот если бы я был просто бедняком и просто сидел бы и чинил себе обувь, я был бы более счастлив. So who is actually happy? The king is happy or the cobbler is happy? Neither of them are happy. И кто из этих двоих по-настоящему был счастлив? Ни царь, ни сапожник, никто из них не был счастлив. So the scriptures tell us, actually, there's only two people happy in the world. One is the fool, and the other is the self-realized soul. И в Писаниях говорится, что счастливы в этом мире только два типа людей. Это глупцы и самоосознавшие души. So envy is a very serious problem. It's one of the dirty things in the heart, and we have to remove it by transcendental knowledge. И зависть — это на самом деле очень такое негативное качество. Это грязь в нашем сердце, и от нее нужно избавиться. So the more you hear and chant, you can awaken a transcendental knowledge to conquer over the contamination in your heart. И чем больше вы слушаете и воспеваете, тем больше вы очищаете свое сердце от грязи. Okay. You understand? Well, thank you very much, Guru Maharaj. Yes, I have understood now. So clear. Преданные, а Вриндаван Лила Матаджи руку поднимала, что-то нету. Окей, Гурудев, I have another question.
Just a moment. Мой вопрос по Шримад Бхагаватам 1.5.19. Мой дорогой Вьяса, даже если преданный Господа Кришны порой падает, он, безусловно, не живет в материальном мире, как другие люди, занятые кармической деятельностью и так далее. Потому что человек, однажды ощутивший сладость лотосных стоп Господа, не может заниматься ничем другим, кроме как вновь и вновь вспоминать это экстатическое ощущение. И мой первый вопрос. Здесь говорится, он, безусловно, не живет в материальном мире. И к какому уровню относится это утверждение? Гуру Махарадж, my question is about Srimad Bhagavatam 1.5.19. My dear Vyasa, even though a devotee of Lord Krishna sometimes falls down somehow or other, he certainly does not undergo material existence like others, fruitive workers, etc. Because a person who had once relished the taste of the lotus feet of the Lord can do nothing but remember that ecstasy again and again. And my question is, it is said he certainly does not undergo material existence. And what level is this statement for? Well, this statement is for anyone who has once relished the nectar of chanting the holy name. Это утверждение для всех, кто камень. If someone has actually developed a taste, somehow they've developed some attraction and taste for chanting the holy name, for service to Krishna, then even if they fall down, Krishna will make arrangements to bring them back. Тот, кто успел ощутить вкус служения и воспевания, кто выработал привязанность к этому, даже если они падают, Кришна так все устраивает, чтобы они возвращались. So it's up to the individual that he's actually developed that kind of attraction for chanting the holy name. Все индивидуально, но это случай, когда человек выработал привязанность к воспеванию святого имени. So even though they have some attraction for the holy name, still Maya is very powerful, and they can fall into illusion. Но даже будучи привязанным к воспеванию святого имени, можно попасть под влияние Майи, так как она очень сильна. So for some time they may be in illusion, but again after some time they will come back to Krishna consciousness. И такой преданный может находиться какое-то время под влиянием иллюзии, но потом все равно он возвращается. You understand? Yes, Gurudev, thank you so much. I have one more question by the same Pote. Just a moment. What is meant by has realized the taste of the lotus feet of the Lord? This expression we can see very often in the scriptures. Can you explain the meaning of it? По-русски, я сейчас скажу. По-русски. Что означает это выражение? Ощутить сладость лотосных стоп Господа, поскольку оно часто встречается, не мог бы Махарадж объяснить его значение? Well, it's a very similar thing to what we just talked about, that they've relished the taste of devotional service, they've developed some, they had some attraction for chanting the holy name. So relishing the taste of the lotus feet of the Lord, it's the same thing that they've developed, they had that real pleasure in doing service for Krishna. They were finding transcendental pleasure in that.
Это то же самое, что мы только что обсуждали. Наслаждаться нектаром лотосных стоп Господа — это то же самое, что наслаждаться нектаром святого имени или служения. То есть это означает, что испытывать истинное наслаждение, удовольствие от служения. At what level can it come? It can come at the very beginning of their devotional service. It may come at any stage in devotional service, in the course of their different activities, as they progress. At any point it can come. It can be there right from the beginning. И на каком уровне это может прийти? Это может прийти и в самом начале, может где-то уже в процессе. То есть в любой момент совершения преданного служения может прийти вот это, этот нектар. We don't know who has actually been a devotee in their previous life. Maybe in some previous lifetime someone had done some devotional service and they had developed some attraction in the previous life, and so they're continuing in this life. И мы никогда не знаем, у кого какая история за плечами, кто из преданных уже был преданным в прошлой жизни и какое служение он совершал, и в этой жизни он уже просто продолжает с этого уровня. We see some people come to Krishna consciousness and they can very quickly, very easily take up all the activities. Мы видим, что иногда преданный присоединяется, и он очень быстро, сразу вовлекается в различные виды преданного служения. And the reason why it's so easy for them is because they're not just only, maybe they have a good birth in a family which is very much inclined to the mode of goodness, but maybe also in their previous life they were already engaged in devotional service. И это как раз объясняет, почему им сейчас может быть так легко. Это может быть не только из-за того, что они родились в благополучной семье, в которой все происходит в гуне благости, но и может быть потому, что этот человек в прошлой жизни уже занимался преданным служением, и сейчас он просто продолжает. So because of that, because of their previous activities in some previous life or even in this life, they've developed that taste, that strong attachment to Krishna. И благодаря своей деятельности в прошлой жизни и уже в этой жизни преданный развивает вкус и привязанность к Кришне. And they will go on. They can go on to develop higher levels of devotion. И дальше он уже продолжает и выходит на более высокий уровень преданного служения. Because they have that humble mood, they've surrendered themselves, they've submitted themselves fully to Krishna, so they're not attracted to any other thing, they're not attracted to worship any other god. И это происходит также потому, что преданный принимает смиренное состояние ума, он предается Кришне, при этом предается именно Кришне, а не каким-то полубогам. And they have no desire for their own benefit. They're fixed in the mood of being the servant and being under the authority of the Supreme. И он не хочет ничего для себя, он просто входит в такое состояние предания высшим авторитетам. Okay. Thank you very much, Guru Maharaj. Next question, Vrajarani Mataji. Следующий вопрос, Vrajarani Mataji, ваш. Там в чате она написала, вот Хурилила Мататжи, цитату из Бхагавадгиты. Харе Кришна, Гуру Махарадж, преданные, примите поклоны смиренные. Вопрос по стиху 11.33. Можно ли молиться этим стихом, но в то же время здесь есть слова, что ну, такие, как бы, если перевод пройти, да, вот это
на матаджи потом переведите, что они все приговорены мною к смерти. Вот первую часть стиха нужно повторять или достаточно просто вот, что стань, можешь быть орудием в моей, Господи, можешь быть лишь орудием в этой битве. Может быть, просто последнюю строчку, или можно весь стих читать? Спасибо, я правильно, понятно сказала? Да, я поняла. Только я не знаю, как открыть чат. Почему-то я никак не вижу, чтобы ваше сообщение прочитать. Там полностью стих. Статую. Там. А, да. Ну, у вас есть гитапейс? Хорошо, давайте я прочитаю. Матаджи, это стих, ага, давайте. 33. Вы можете, у вас гитабейс, если есть, то вы на английском найдете? Или мне тоже найти на английском? Ой, найдите, пожалуйста, я читаю. Технически, да. Хорошо. Раджани Матаджи, вы тогда по-русски прочитайте пока текст, а я сейчас на английском найду в ВТБС, окей? Hare Krishna. Just a moment, Gurudev. I will send the quote of Bhagavad Gita. This is a question about Bhagavad Gita. Давайте прочитаю на русском языке для вопроса. Воспрянь же, Арджуна, приготовься к сражению, стяжай себе славу, покори врага и насладись властью над процветающим царством. Все они уже приговорены мною к смерти, и ты, о Савьясачи, можешь лишь быть орудием в этой битве. То есть ваш вопрос именно этот стих можно ли читать как молитву? Или только последнюю строчку, потому что там есть слова, что убиты уже все, ну вот, как это там. Hare Krishna, Gurudev, this is the question about the quote on Bhagavad Gita, 11:33. I will write the... Матаджи, вы в чате не видите, да? Матаджи cannot see in the chat. So I will read the translation on English. Therefore, get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, O Savyasachi, can be but an instrument in their fight. So... Her question is, can we recite this verse as a prayer? Or we should recite just the last sentence, because in the first sentences there are such words as put to death and so on. Yes, but of course, put to death can mean different things. You know, put to death. You want to stop people's demonic activities. Kill their demonic nature. Вот эти слова «приговорены к смерти» также может иметь и переносный смысл, что убиваются демонические наклонности людей. So it depends how you're actually in understanding the verse and how you're thinking to apply that verse. With devotees, we're non-violent and we don't go around killing people, but we do want to kill the demonic nature. Это зависит от вашего понимания этого стиха, потому что преданные не причиняют никому насилия, но мы действительно хотим убить, так сказать, демоническую природу в людях. You understand? Да, Гуру Махарадж, спасибо большое. And that way you can recite. Вот с таким пониманием можно его повторять. Okay, yes. Mm-hmm. Yes. Еще там можно вопрос по еще одному стиху с Мадхья-лилы. Там это Рамананда Рай говорит свою молитву этому Пратапарудари царю. Тоже вот эту молитву взять, потому что, ну, например, я переживаю, что у меня может начаться какая-то карма-йога, и я могу отлететь от Кришна-катхи, а так как ее много, а я боюсь ее потерять. И можно вот такую молитву молить, что
общем, освободили нас от этой вишаи, от этой вот занятости, которая может помешать бхакти и посещение храма и так далее, вот служение там. Переведите, пожалуйста. Матхья Лила, 11:19 стих. Here another question is about a quote from... Давайте прочитаем по-русски. Простите, чтобы давайте люди слышали. Я сказал: «Ваше Величество, я больше не желаю иметь дело с политикой. Я хочу лишь одного — укрыться под сенью лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху. Прошу, позволь мне сделать это». I hear another question is about a quote from Chaitanya Charitamrita when Ramananda Roy is talking to King Prataparudra, and can she also recite this verse as a prayer in order to keep attachment to Krishna Katha and to not be attached to material association and material engagements, because it is always, you know, distracts from devotional service. Yes, very good. Да, очень хорошо. Спасибо, thank you. Hare Krishna. Guru Maharaj, next question, yes? Yes. Next question from Hladini Mataji. У меня один уточняющий вопрос и еще один уточняющий. Вот по поводу того, что Матаджи Враджарани сказала последнее, ой, не последнее, а Бхагавадгита. «Стань лишь орудием», и вот они уже как убиты. Можно ли этот стих взять за основу, когда идешь на Санкиртану? Вот такой вопрос. About that verse from Bhagavad Gita, when Krishna says, become a weapon, because these people are already put to death. Can we use this verse? Can we put this verse in our mind when we go to book distribution? Yes. Why not? Да, почему нет? But remember, to be an instrument in the service of Krishna. Помните, что вы инструмент в служении Кришне. Don't think you're the controller. Не думайте, что это вы управляете процессом. Спасибо. И вот второй уточняющий вопрос по поводу того, что Матаджи Ватишачи говорила про зависть. Вот правильно я понимаю, получается, Кришна поведал Бхагавадгиту Арджуне, потому что он не завидовал Кришне. А вот все-таки у нас в сердце есть эта зависть именно к Кришне. И вот получается, что мы не можем целиком принять это знание, целиком предаться, потому что у нас эта зависть сидит, и она может и не уйти до конца нашей жизни. Вот. Каким образом нам можно поспешить в устранении этой зависти к Кришне? Спасибо. One more question about envy. Krishna explained Bhagavad Gita to Arjuna, because Arjuna had no envy to Krishna, but we have, and while we have this envy, we cannot fully surrender and fully understand Krishna. So how can we force ourselves to get rid of envy in order to understand Krishna earlier? Well, I explained that you have to cultivate transcendental knowledge. That transcendental knowledge will help you to conquer over that envy. Как я объяснял, мы должны развить в себе трансцендентное знание, и это трансцендентное знание как раз и поможет победить эту зависть. If you continue your hearing and chanting
and devotion to Krishna, then definitely Krishna can help you to overcome this anxious material world, the energy of this material world. Если вы будете продолжать слушать и воспевать, то, безусловно, Кришна поможет вам преодолеть беспокойство этого материального мира и материальные желания. Харе Кришна, преданные. А еще вопросы есть у кого-то? Any other questions? There are no more questions, Gurudev. I cannot see in the chat. And there okay. are no raised hands. All right. So maybe we'll stop here then. Хорошо, тогда мы сегодня остановимся здесь. Yes, Gurudev, I think so. Thank you very much, Guru Maharaj, for your association. Okay, thank you for the question. Thank you, Madhurya Lila, for translation. Thank you, Guru Maharaj. Thank you. Okay. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Please accept our humble obeisances, Guru Maharaj, and Guru Srila Prabhupada. Спасибо большое, Харе Кришна. Спасибо, Харе Кришна. Thank you so much, Gurudev. Харе Кришна. Харе Бог. Харе Кришна. Кришна.